Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть вопроса в том, что у человека была достаточно напряженная работа с людьми. Вот, было мало отдыха, по ее словам, и, соответственно, случился нервный срыв, после чего она была проведена на новое место работы, где стало попроще. Вот, напряжение спало, но осталась апатия, желание постоянно спать и так далее. Соответственно, вопрос, который задает человек, как выйти из этого состояния, из состояния апатии. Что здесь хочется в первую очередь сказать? Во-первых, эмоциональное выгорание или профессиональное выгорание, как вот обычно называют подобное чувство, подобное состояние. Во-первых, не возникает на пустом месте, то есть, требуется, как правило, некоторые мероприятия по восстановлению, вот, то есть это, ну, вот, необходимо в данном случае заняться психотерапией, чтобы глубже изучить вашу ситуацию и понять ее, вот. Во-вторых, это всегда носит такой, знаете, скажем так, личностный окрас. То есть это довольно редко бывает изолировано. Я бы даже сказал, что изолировано этого не бывает. То, что вы описываете, та ситуация, например, которую вы описываете, изолированно не происходит. Ситуация, которую вы описываете, происходит, как правило, в неком контексте. В контексте, например, восприятия работы, в контексте, например, восприятие, ну, допустим, да, своей деятельности, в контексте восприятия каких-то вызовов, в том числе связанных вот с, ну, со стрессами, да, в том числе. Вот. И это очень важно учитывать, если мы хотим вам помочь. То есть здесь вопрос не в том, чтобы избавиться от этого состояния. И чтобы, например, все вернулось на круги своя, как можно было бы говорить. А здесь идея заключается именно в том, чтобы увидеть, какая есть проблематика в том, что вы описываете, какая есть сложность в том, что вы испытываете, вот. Какая есть трудность в этом. Вот это очень важно заметить в данном случае. Идея не в том, чтобы просто избавиться от какого-то состояния, вот. А идея заключается именно в том, чтобы вам увидеть, что конкретно вы делаете для себя деструктивного. Где конкретно вы себя, например, ну, как бы, обкрадывает, вот, где конкретно вы себя обделяете, понимаете, да, какая штука, вот, и, соответственно, с этого и нужно начинать,
потому что, условно говоря, на первом, на месте работы, который вы описываете, когда вы начали выгорать, вот, вы уже себя как бы игнорировали. Вы уже к себе относились несколько деструктивно. Вы уже как-то вот не позволяли себе, что называется, ну, быть собой, да, то есть не позволяли как-то личные границы свои вот, ну, простраивать, не позволяли себе как-то вот поступать так, как вы, ну, хотели бы, да, и так далее. То есть это очень важный момент. Момент, на который вы, как мне кажется, здесь не обращаете внимания в полной мере. Вот. Понимаете, понимаете. Да, вот какая штука. И то, что происходит, это расплата. Вот. Расплата за то, что вы к себе невнимательны. Вот. К сожалению. И, соответственно, наша задача как специалистов заключается в том, чтобы помочь вам эту внимательность к себе восстановить. Вот. Да, конечно, вопрос здесь заключается в том, хотите ли вы этого, хотите ли вы заниматься, например, психотерапией, хотите ли вы, например, разбираться в себе, хотите ли вы как-то вот менять свою жизнь, например, или нет. Да, это правда. Это правда. Это правда. Но, как мне кажется, вам с этим нужно определиться. Потому что когда человек себя тотально игнорирует, когда человек тотально собой пренебрегает, то возникают, конечно же, такого рода вот трудности, такого рода проблемы. И по итогу получается только вот то, что мы вот чувствуем себя плохо. Неверно выбранные приоритеты, неадекватные требования к себе. Вот. Все это, конечно, оказывает на нас существенное влияние. Влияние достаточно сильно.
Поэтому начинать нужно именно с этого, именно с того, как вообще я оказалась в такой ситуации. Как вообще я попала в такую ситуацию? Ситуацию, когда я начинаю эмоционально выгорать. Ситуацию, когда я игнорирую свою усталость, свое нежелание что-то делать, а это именно ведь нежелание что-то делать, правильно? Вот. И с этого и нужно, как мне кажется, начинать вам в первую очередь. А не просто механически пытаться выйти из ситуации, в которой вы оказались. Ну, потому что сама по себе ситуация это просто ситуация. И все. Она неплохая, не хорошая. Она просто есть. Она дана как некоторая данность, как некий индикатор того, вот как вы там, грубо говоря, себя чувствуете, того, как вы себя ощущаете. И, в общем-то, все. На этом. Вот. Поэтому я думаю, что в качестве такой вот обратной связи можно было бы вам предложить такой момент, такой аспект и такой взгляд на ситуацию. Вот. Неприятно, неприятно, конечно. Это правда. Правда, что неприятно. Но все можно изменить, все можно скорректировать, все можно поправить, если у вас есть желание это делать. Вот. Если же желания этого делать нет, если вы там, к примеру, не готовы над собой работать и так далее, то проблема, да, проблема, скорее всего, не решится. Проблема, скорее всего, не разрешится, она останется, вы будете как-то вот дальше через силу пытаться чего-то от себя добиться. Вот. Через силу от себя что-то будете требовать и надеяться, что ну, как бы, что получится что-то хорошее. Вот, решать, конечно, вам, то есть вы вправе распоряжаться своей жизнью так, как вам хочется, но я думаю, что в первую очередь, ну, ситуация здесь именно такая. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.